Малефисента, Гарри Поттер, Дед Мороз и Снегурочка. Что объединяет этих героев известных сказок, романов и фильмов, узнали воспитанники специализированной школы города Нринмара. Для ребят на сцене Дворца культуры «Арктика» развернулось новогоднее театрализованное представление под названием «Новый год в Хогвартсе». За перевоплощениями артистов наблюдала наша съемочная группа. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Давай. Ура! Спасибо, маглы. Все у нас. Все ингредиенты мы собрали с вами. Теперь осталось отправиться домой, в Хогвартс. Благодаря своим помощникам, юным зрителям и добрым домашним эльфам, Гарри Поттер сумел спасти волшебные часы Деда Мороза, которые заколдовала злая фея Малефисента. Теперь Новый год точно наступит. Новогоднее представление подошло к завершению, но на этом праздник для ребят не закончился. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они отправились водить хоровод вокруг елки. В сегодняшнем мероприятии приняли участие также окружные парламентарии Ольга Каменева, Анатолий Мяндин и Татьяна Бадьян. Именно по инициативе депутатов был организован сегодняшний праздник для воспитанников коррекционной школы. Такое волонтерство, она станет нормой нашей жизни, поэтому мы предлагаем каждому жителю Ненецкого автономного округа как можно больше участвовать в добрых делах. От этого выиграет все наше общество. Сделать новогоднюю елку по-настоящему незабываемой помогли творческие коллективы Дворца культуры «Арктика», а представители компании «Лукойл Коми» закупили для ребят новогодние подарки. Подарки, например, для детей коррекционной школы, среди которых есть дети, собственно говоря, с серьезными диагнозами, дети-инвалиды, что немаловажно, дети сельских школ, приобретает известная компания «Лукойл». Новогодние подарки от «Лукойла» ребята получат на следующей неделе. А пока они кружатся в хороводе, играют с Дедом Морозом и его внучкой, делятся своими впечатлениями и передают пламенные приветы своим родным и близким. А какой твой любимый персонаж из новогодней сказки? Дед Мороз, Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка. Что ты у Деда Мороза попросишь на Новый год? Или уже попросила? Попросила. А? Попросила. Загадала желание? Да. Хочу, чтобы дети хорошо учились. И не баловались. И пожелаю родственникам своим, и родителям поздравляю. Хорошо жили, хорошо. И Новый год был хорош. Еще хочу спраздновать Новый год. Ирина Нежалова, Антон Водряков, телеканал «Север».